В Новочебоксарске завершились всероссийские соревнования по современному пятиборью в дисциплине четырехборья среди юношей и девушек 17-18 лет. За 4 дня спортсмены показали свое мастерство и в заплывах в бассейне, и в фехтовании, в беге и в стрельбе из лазерного пистолета. 36 спортсменок из 14 регионов России боролись за победу. Заслуженные трофеи разделили две москвички и петербурженка. Награды победителям и призерам всероссийских соревнований вручил президент Федерации современного пятиборья Чувашии Алексей Мурыгин.